озимая пшеница взошла с поверхности земли без заделки. Интересно, это первый раз такое вижу. И держится. Держится. И даже начал вегетировать. Вся вот именно лежит на поверхности. Интересный момент. Некоторые, конечно, углубились. А преимущественно все даже есть те, которые, да, бросили корешки. То есть даже не бросили корешки, да, а появились корешки, и корешки они устремлены в землю.